Zenit'in uzun toplarını, Zubay'a atılacak topları kestiğimiz zaman Zenit zor. Знаем очень так, игра завтра будет тяжелая, и мы готовились к этому долго, так что могу сказать, что все готовы к этой игре и надеемся хорошему результату. Я считаю, что мы, конечно, можем и должны бороться. Уже сказал Бронислав, есть свои плюсы, есть свои минусы у каждой команды. Конечно, отсутствие официальных матчей – это минус. Но, тем не менее, игра покажет, насколько мы готовы. И сложно ожидать лучшую нашу игру. Тем не менее, то, что каждый игрок, выходящий на поле, будет сражаться. В этом мы не сомневаемся. Гораздо сложнее обстоят у нас дела с нашими фланговыми игроками. Здесь у нас выбор не такой большой. Спасибо. Спасибо. Oyuncularından Leandro, Paredes'i Paris Saint-Germain'e Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. До центра.
Раз,